Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Казуков Фэмали. Вот. И если вы видите на экране новое начало, расширенная версия игры в стиле комикса Quest, то добро пожаловать. Это те люди, которые делали Столпы Земли. И эта игра про апокалипсис, про катаклизмы, которые могли бы быть в теории в реальном мире. Это очень интересно, тут сделаны очень качественные ролики в виде мультиков. Сама игра очень красиво нарисована, сама квест. Так что этот квест будет ничем не хуже, чем Broken Sword, сломанный меч, кто в курсе, что это за игра. Так что присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, приглашайте друзей. Ну а мы как бы погнали, наверное, да? Так что, наверное, полный вперед. Будем погружаться в эту классную атмосферу. Делайте чаёчек, кофеёчек. А всем приятного просмотра. Боец, на часы смотришь? 300 секунд, и ни секунды больше. И не забывай, никогда не смотри прямо на солнце. Еще 280 секунд. Измерительная аппаратура, похоже, вышла из строя. Да нет, боюсь, она в полном порядке. Осталось 240 секунд. Мы только что получили сообщение из Антарктики, Мачу-Пикчу и Восточной Океании. И данные совпадают с нашими. Вспышка на Солнце произойдет в ближайшие 2 недели, и по мощности она будет сравнима со вспышкой Освальда в 2113-м. Все мы в курсе, что магнитное поле Земли больше не в состоянии защищать нас от вспышек такой силы. Наше время истекает. Квади, еще не поздно. У нас еще есть шанс. Да, что насчет плана Феникс? Мы еще можем спастись. План Феникс — это не план эвакуации, Харди. Наоборот. Но Сальвадор прав. Манипуляция — это наш последний шанс. О чем это они? В данный момент безопасность наших пилотов обеспечена. Найджел, через 2 недели все живое на Земле ждет неминуемая смерть. Боюсь, у нас просто нет выхода. Пора уже, наконец, решиться на последний шаг. Шаг назад. В прошлое. Пролог. Черт возьми. Опять. Надеюсь, запасных деталей хватит. Никак не прекратится. Посмотрим, что тут на этот раз не так. Так. Начинаем осматривать двигатель. Начали уже игру. В принципе.
озвучивает его, кто озвучивал Вито Скалетто из «Мафии 2», озвучка в плане. Открыто. Я понял. Открыто. Мотор. Ага. Так вот в чем проблема. Ремень порвался. И где же мне найти замену? ХЗ. Может быть, его еще можно починить? Посмотрим. Так. Ну да, попробовать стоит. А будет держаться-то? Харайн его знает. Сейчас узнаем. Так. Вот и все. Ремень снова порвался. Видимо, без замены никак не обойтись. Пошли. Если без замены не обойтись, да? Так. Вот мы и в доме. Так. Телек посмотрим. Хаос на улицах Осло. Сегодня в 11 часов утра воинственные демонстранты штурмовали штаб-квартиру Европейской надзорной комиссии по энергетике. Они протестуют против запланированного продления лицензии 7 атомным электростанциям энергетического концерна Indus Industries. В ходе осады некоторым особо агрессивным участникам удалось даже взять заложников. Представитель комиссии заявил: «Мы с самого начала были открыты для спокойного диалога, но сложившаяся ситуация, к сожалению, вынуждает нас действовать жестко. Активисты должны понять, что своими противозаконными акциями они не смогут заставить нас принять решение в их пользу. Все, чего они добьются, негативного мнения о себе и о ценностях, которые они пропагандируют». Пока эвакуируют первых пострадавших, полиция готовится к долгой ночи. Видимо, это будет одна из самых длинных ночей в этом вот обычно тихом... так вот, мир продолжает вращаться и без меня. Ха. Так. Что ты об этом скажешь? Да, закрыто. План, видимо, заключался в том, чтобы оставить все позади. Я тогда столько выпил, что уже не помню, куда спрятал ключ. Ха. Я уже все перепробовал, но я никак не смогу использовать эту штуку. О, как. К сожалению, когда живешь у воды, без этого в наши дни не обойтись. Окей. О! Я удочку не заметил, манать копать. Нет, удочка не решит моих проблем. Хотя доктор Ангуст и утверждает обратное. Ладно, тогда внутрь. По факту. Я же не отвертка. Принципы лечения трудоголизма Гуннера Ларсена. Ну, не знаю. От отвертки хоть какая-то польза. Так. Это справочник «Помоги себе сам», который мне порекомендовала доктор Ангуст. Интересно, она сама-то его прочитала, прежде чем рекомендовать? Моя группа на Атласе 11. Мы в самом деле считали, что будущее мира покоится на наших плечах. А-а-а. А они представляют остальной персонал. Сейчас группа выросла настолько, что ни я, ни Барни не знаем, кто именно работает на нас. Точнее, на него. Ну не смотри на меня так, мальчик. Теперь ты можешь делать все, что не разрешалось твоему отцу. Ты справишься. Не волнуйся, Лиса. Я уж как-нибудь справлюсь. Это явно фото не для прессы.
Иначе Барни выглядел бы совсем не так. Ха. О, вот и ключ. Хм. Что это? Там что-то за фотографией спрятано. Очень похоже на... Нет, но вы только посмотрите. Ха. Совершенно не помню, как я это делал. Я в самом деле был настолько пьян? Так, что тут у нас еще? Там внутри только самое необходимое. Это книги, которые мне так настойчиво рекомендовала доктор Ангуст. Я положил их рядом с кроватью, чтобы повысить вероятность того, что я в них загляну. Моя кровать. Поначалу я еще пытался спать в нашей смятой кровати, а потом переселился вниз, в койку Дюва. Мой сын заботится о деле моей жизни, а я сплю в его детской кроватке. Ха. Бывает. Так, ну по логике остается то, что я думаю, да? Окей. Ну, музыка очень крутая. Музыка мне нравится в натуре. Музыка прям четкая. Так. Интересно, сколько же я сюда не спускался? Давай. Ну что ж, посмотрим. Ух ты. Там же была отвертка. Нужно прихватить ее с собой. Когда-то тут было еще больше лабораторного оборудования. Большую часть Барни отправил обратно на станцию, чтобы мне в голову не пришла дурацкая мысль поработать. Сколько же летних ночей провел я тут, разглядывая клетки водорослей. Неужели я действительно думал, что могу изменить мир? Когда Мета увидела, что я беру с собой в отпуск рабочие документы, она лишь рассмеялась и сказала, когда офис находится прямо дома, даже роман с секретаршей закрутить не получится. Может быть, ей следовало хотя бы раз накричать на меня, вместо того, чтобы все время поддерживать. Велосипед Дюва. Старый уже. Мы сплавлялись по фьорду вдоль берега к морю. Тогда как раз перестраивали наш атлас. И пока я ждал нового назначения, у меня было полно времени, чтобы побыть хорошим отцом для мальчика. Странно, как все меняется. Посмотрим. Есть тут кто? Черт. Да? Бен Свенсон? Да, это я. Минуту, сейчас иду.
Может, расскажете мне, зачем вы слоняетесь вокруг моего дома? Вы меня изрядно напугали. Я не хотела. Это ты, Бен Свенсон? Ну, да, но... Ух ты. В чем вообще дело? Мне нужна твоя помощь. Тогда вы не по адресу. Я на пенсии. Но это очень-очень важно. На кону стоит очень многое. Ладно, хорошо. Но дайте мне сначала закончить мою работу. Не люблю бросать незаконченные дела. Мы знакомы? Я знакома с твоими трудами. И как раз в этом заключается причина, по которой мне нужно с тобой срочно поговорить. Нет ничего такого срочного, ради чего нельзя было бы сначала позвонить. Ха. А это ваш вертолет? Он принадлежит одному другу, наверное. Отличный костюм. Вы из армии? Нет, я из другой организации. Подождите немного. Я сейчас занят. Но... Чем быстрее вы дадите мне сделать мою работу, тем быстрее я смогу вас выслушать. Блин, музыка классная. Мы сплавлялись тогда как раз, и пока я ждал, но странно, как все. Так, подожди. А, мы велосипедную. Стоп, подожди. Отвертка свое. А, так эта херня так называется, что ли, в натуре? Тьфу ты, блин. Окей. Сначала нужно убрать старый ремень. Окей. В мусорку. Черт, камера слишком длинная. Похоже, все в порядке. А. Вряд ли это сможет для чего-то пригодиться. Ее выбросить надо. А, вот она. Работа его доконала. Теперь он уже ни на что не годен. Старый сломленный человек, который живет один на берегу фьорда. Подожди. Подходит. Опа-на. А ну-ка. А сейчас что еще случилось? Кажется, одно из колес блокируется, поэтому, видимо, и старый ремень порвался. Так. Идем на кухню. Так.
Если бы я не обедал в городе, я бы вообще с людьми не общался. Полный холодильник стал бы для меня социальным самоубийством. Печальное зрелище. О! Вот и масло. Там внутри только самые необходимые. Текс. А как колесо-то смотреть, подожди. Мой аэрозольный генератор. Ржавчина на кожухе — это не проблема. Это механизм не работает. Мой аэрозольный генератор. Ржавчина на кожухе — это механизм... А, подожди, ты имеешь в виду осмотреть еще раз это? Внутри? И смазать кольцо? Да тут все заржавело. Так, вроде бы должно работать. Давай. Погнали. Так, а теперь... А, черт! Кто-то должен подержать крышку, а то эта дурацкая отвертка выскакивает. Ну понятно, эту просить. Бабенку. Давай. Чё что делать-то? Так. Мне понадобится ваша помощь. Это в самом деле так важно? У меня мало времени. Если хотите, чтобы я вам помог. Да, да, хорошо. И что мне делать? Просто поднимитесь вместе со мной наверх. Вот мы и на месте. Что это за агрегат? Это аэрозольный генератор. Он не позволяет дереву рассохнуться до зимы. Итак, встаньте вон там, спереди. Я поверну выключатель, а вы просто держите крышку закрытой. Вы полагаете, что у вас что-то получится? Ясное дело. Я готова. Ну, хорошо. Нормально. Это что такое? Ты спятил? А ну выключай машину! О, ну... Такое случается. Других способов избавиться от вредителей нет. А мне нужны дрова для отопления. Какие же вы все идиоты! Прекрасно. У меня в гостях мадам гиперчувствительность. Подождите. А? Подождите. Это что, стандартное слово, которым решаются все проблемы? А? Чё? Разговаривай, ладно.
Ну давайте уже, что это еще за суматоха? Возможно, я ошиблась. Возможно, ты все же не сможешь мне помочь. Помочь? Да в чем помочь-то, черт бы вас побрал. Я на пенсии. Я больше никому не помогаю. О, прошу вас, не надо смотреть на меня таким грустным взглядом. Лучше всего... Что? Что с вами случилось? Воды. Принеси мне стакан воды. Окей, окей. Не паникуй, подруга. Ну что еще? Свенсон? Привет, Бент. Это доктор Ангуст. У тебя немного усталый голос. Сейчас неудачный момент. У меня гости. Ну-ну-ну. Что я говорила тебе о стрессах? Док, прошу, тут женщине плохо. У нее припадок или... Бент, мы уже это 1000 раз обсуждали. Твой комплекс самаритянина довел тебя до больничной койки. Ты не несешь ответственности за весь мир. Что? Но... Повтори это. Я не несу ответственности за весь мир. Но я должен помочь этой женщине. Ты сначала себе помоги. Мы же уже говорили о комплексе самаритянина, верно? У тебя есть право быть эгоистичным. Ты не несешь ответственности за весь мир. Повтори это. Ха. Ну ладно. Я не отвечаю за весь мир. Ну вот. А сейчас попробуй наконец-то успокоиться. Почему бы тебе не сходить на рыбалку? Не хочу быть одним из тех, кто бездумно истребляет рыбу. Но-но-но. Что я тебе говорила? Я не отвечаю за весь мир. Никогда об этом не забывай. Завтра я снова тебе позвоню. Пока. Ага, до завтра. Итак, теперь займемся вами. Рассказывайте, что вы тут делаете. Что я тут делаю? Ну ладно. Взаимное доверие. Меня зовут Фэй. Я путешественница во времени. Подача информации. Я прибыла из будущего. Человечество стоит на пороге уничтожения. Что это значит? О чем вы? Что это за бумажка? Инструкция по транстемпоральным контактам. Я же говорила им, что у меня ничего не получится. Нет, вы что, серьезно? Сальвадор был прав. От разговоров нет толка. Так, ладно, погодите. Допустим, вы из будущего. А я-то тут при чем? От меня-то вам что нужно? Твоя научная работа. Ерунда. В моем времени умирают люди, умирают животные, деревья, умирает весь мир. Твоя работа может это все предотвратить. Я не отвечаю за весь мир. Более того, ты единственный, кто может мне помочь. Единственный, кто может предотвратить этот кошмар. Ты, Бент, ты один несешь ответственность за весь мир. Тебе это знать неоткуда, но через 500 лет Земля будет уничтожена. Все разрушено. Поверхность непригодна для жизни. Последние выжившие прячутся в подземных бункерах, и человечество стоит на пороге уничтожения. Хорошо, очень интересно. Ты мне веришь? Да. Да, конечно. Вот наша команда. Посмотри. Опа-на. Хоссеп провел много времени в архиве. Там он пытался узнать о мире все, что только можно. Должно быть, это довольно много. О, на самом деле не очень. Все, что можно было прочитать, он прочитал минимум раз по 100. Дина с Хоссепом очень хотели попасть в Европию. Хотели пройтись по музеям, когда задание закончится. Ну, не знаю. А вы искусством не интересуетесь?
Я не понимаю, как это поможет в спасении мира. Что за женщина в красном свитере? Сади. Моя лучшая подруга. Она отправилась в Южную Америку. По обмену студентами? Нет, нам совершенно нечем обмениваться. Весь этот материализм – первая и главная причина обрушения мира. В нашем мире это не нужно. Мы лишь хотим выжить. А, ну ладно, ладно. Я вас не так понял. Успокойтесь. Это Харди. Его отправили в Цвибельбург, чтобы поговорить с властями. А это что еще за место? В Нигделандах? Точно не знаю. Вроде то место называлось не так. Ха. А, это Дельвин. Он у нас вундеркинд. Он в одиночку отремонтировал пневматор до того, как заметили, что с ним что-то не так. Дельвин со всеми ладит. Кажется, он боится. Мы все боялись. Каждый по-своему. Ага. Найджел мой учитель. Он заботился обо мне после смерти родителей. Извините, я не знал. Что с ними произошло? Они были ветроразведчиками. Они неправильно измерили вертикальное давление таксисферы. Кайты выдержали, но якоря сорвало. Это... очень печально. Да ничего, ты же не знал. Вот этот дядька с лысиной выглядит важно. Это Квади, наш командир. Его задача — сохранить жизнь каждого в колонии. Для него было непросто отправить нас всех на такое тяжелое задание. О, как. Кто это? Это? О, это Сальвадор. Он тоже был тут, в Норвегии. Может, ты скоро с ним встретишься. И он тоже прибыл из будущего? Да, да, само собой. Как ты думаешь, где эта фотография была сделана? На космической станции? На Марсе? Не говори глупости, скоро ты все поймешь. Вы там не особо счастливы. Я нервничаю. Как-никак, мне предстоит спасать мир. Хм, в какой-то момент каждый так считает. Так, нас знакомят, значит, с персонажами, да? И все? Типа выход? Отличные костюмы. Ну и к чему все это? Ты все еще не понимаешь? В нашем времени миру пришел конец. Катастрофа зашла уже слишком далеко. Мы путешествуем во времени. Нас отправили в 2050 год, чтобы предотвратить изменение климата. Что, простите? Мы хотели исправить ошибки, допущенные человечеством. Но мы просчитались. Фэй, Фэй, ты жива? Не знаю. Не похоже на то. Хватит шутить, мы на месте. А как ты это узнал без... Отведите меня к главным. Черт. Ну как ты? Не трогай оболочку. Да, спасибо. Теперь не буду. Это 2050 год. Привет, 2050 год. Невероятно, правда? Мы в самом деле в прошлом. Ого, тут даже небо видно. И воздухом дышать можно. Какая гадость. У воздуха странный запах. Свинцовый. Почему-то золотое прошлое я представляла себе иначе. Не таким... грязным. Надеюсь, остальные группы, в отличие от нас, приземлились не на мусорной свалке. Нам нужно начинать немедленно.
С каких это пор ты стала такая ответственная, Фэй? Это прыжок во времени на тебя так повлиял? Но ты права. Ты пока собери темпоральную антенну, а я осмотрюсь. А Найджел? Ну что такое? А что конкретно мне делать? Ну, само собой, собрать темпоральную антенну. Ты что, во время инструктажа спала? Антенну можно найти в грузовом отсеке капсулы. Инструкция тоже должна быть там. Не стоило мне тогда прогуливать. Ты хочешь знать что-то еще? А в чем вообще заключается наша задача? Мы ищем политических лидеров, призываем их к ответу и убеждаем их обращаться с нашей планетой разумнее. И в этом весь план? В этом весь план, да. А что? Звучит как-то немного наивно. Речь идет о выживании человечества, о будущем целой планеты. Конечно же, нас послушают. Еще что-нибудь? Давай-ка я осмотрюсь, а ты пока соберешь темпоральную антенну. Это тебя учили работать с темпоральной антенной, а не меня. Еще что-нибудь? А что конкретно мне делать? Ну, само собой, ты что, во время антенну инструкции... Не стоило мне тогда прогуливать. Ты хочешь... Ничего, короче, да? Ничего, увидимся позже. Я скоро вернусь. Я не верю ни единому слову во всем этом безумии. Да выслушай же меня сначала, Бен. Абсурд. В общем, мне нужно было собрать темпоральную антенну для связи с другими группами. А, вот она как историю рассказывает. Ну давай. Так. Чемодан с темпоральной антенной. Теперь нужно лишь найти место, чтобы ее собрать. Анимация тут прикольная. Анимация мне нравится. Так. Че, по стальной балке, что ли, пройтись надо? Не может быть. Весь город уничтожен. Неужели мы действительно настолько ошиблись? Надеюсь, другим группам повезло больше. Ну, музычка тут прикольная. Мне, в принципе, нравится. Так. Я думаю, первый раз стоит сохраниться. Мало ли. Так. Странные леса. Вот идеальное место для размещения антенны. Ладно, все необходимое должно быть в чемодане. Давай. Ёпарасоте. Нифига себе. Мне кажется, основание антенны можно как-то отогнуть. Так-с. Допустим.
Так. И что нам делать? Да ёпарасоте. Не забыть бы, как это делать. Нет, не подходит. Нет, не подходит. Чё не подходит-то? Нет. 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 Чего? Нет, не... Еще и приемник. Ёпарасоте. Это я понял, подожди, предохранитель, а что дальше-то делать? Нет, не... Нет. А что? Нет, не... Нет, не... Так, очень интересно. Так, а как это собирается? Во как! Нифига себе. Я походу понял. Нет, не по... Ладно. Нет, не подходит. Может, вот это? Нет, не по... Так, хорошо, подожди. Нет, не под... Нет. Так, подожди-ка секунду тогда. Нет. Нет. Стоп, предохр... Нет. Нет. Стоп, 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 это, наверное... Нет, не... А что это тогда? Нет. Серьезно? Нет, не по... Нет. Нет. Подожди. Нет. 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 Хорош.
Нет. 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 Господи. Наконец, стержня Т-образную деталь. Капец. Нет. Да. Нет. 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 Ну вот же Т-образная деталь, блядь, чё за... Нет. Блин, я понимаю, что... Наконец стержня. Ну, конец стержня, вот он. Какого хрена ты выделываешься, а? Нет. Охренеть. Пипец тут вообще. Охренеть. Да ёпарасоте. Нет. 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 Ничего не про... Может, вот этот переходник? Нет. Нет. Хорошо, дальше что? Приемник? Нет. Нет. Да не возникай ты, мать! Там еще остался переход. Ну? Там еще осталось Т-образ... Нет. 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 Да блин, я понимаю, что нет, нет, да, да. Нет. Нет. Стоп, переда... Может... Нет. Капец. Я точно, блядь, в шоке буду, как это все делать. Охренеть. А откуда я знаю, в какой втыкать? Серьезно? Обосраться. Нет. Нет. Нет.
допустим. Нет. 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 Там еще осталась Т-образная деталь. Нет. Там еще осталось. Нет. 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 Да, блядь! Не подходит. Блядь, как это работает? Нет. Ёбаный в рот. Нет. А-а-а! Нет. Подожди. Нет. 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 Вот это, наверное. Нет. Не. Нет. 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 Там еще остался переходник. Да, блядь, какой переходник, блядь? И чё это, блядь, дало? Вы чё, блядь, издеваетесь, что ли? Как это, блядь, работает? Пиздец. Да ебать, серьёзно, что ли? Что за тупая логика, блядь? Весело, блядь, обосраться. Хм. Нет. 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 Что, блядь, нет? Нет, нет, ты, блядь, зациклилась на нетом своем. Так, подожди, эта хуйня должна быть... Нет. 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 Мать, ты ебанутая, что ли? Нет. Я понимаю, что... Нет. 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 Да, блядь. Нет. Блядь, я понимаю, что две детали, блядь, осталось. И как эти две детали, блядь, собрать? Нет. 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 Схуяли, блядь, это не работает. Нет. Нет. Блядь, что я не так делаю, ёбаный насос? Окей, приемник, как, блядь, ставить? Нет. 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 Нет.
Нет. Нет. Нет. Да ёбаный насос. Там написано, блядь. Подключаем, блядь, кабели и приемник, блядь. Чё, блядь, вешается на середину антенны, это, блядь, как? Нет. 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 Ну и хули, блядь, весь всякие там ложи. Еще там еще осталась Т-образная деталь. Там еще осталась Т... Там еще... Блять, мать, ты ебанутая или чё нахуй? Там еще остался переходник. Поздравляю, блять! Или сначала, блять, эту хуйню надо за... Нет. 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 Да-д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 а, блять! Нет. Хули оно не цепляется, блять? Нет. Подключаем, блядь, кабели и приемник, блядь. Охуительная логика, блядь. Охуительная логика, блядь. Кабели, блядь, кабели нахуй. И приемник, блядь. Нет. Ну, естественно, блядь. После кнопочки, блядь, все заработает. После ебучей, блядь, кнопочки нахуй. А дальше как эта хуйня залупа работает? Нет. 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 Нет, 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 блядь. Пиздец нахуй. Нет. Там еще... Ну там еще осталась Т-образная деталь. Там еще осталась Т-образная деталь, блядь. Нет. 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 Нет, 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 блядь. Нет. Ты висеть будешь, да, дура тупая? Нет. Чё? Я в ахуе просто. Нажал. Оно выпрямилось. Подключил я кабели. Блять, на середину антенны, блять. А это что, не середина, блять, что ли, или чё? Нет. 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 Нет, не середина. Нет. 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 Нет, в смысле не подходит? Нет. 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 Мать, ты тупая дура. Как это, блядь, работает? У меня, блядь, сейчас паника нахуй начнется. Как это, блядь, работает? Я в ахуе просто. Понимаете, я в ахуе. Я, блядь, нахуй. Делаю так, блядь, как написано в этом ебучем, блядь, прохождении. Но мне игра говорит, не пошел ли бы ты нахуй, дорогой мой, блядь, сэмпай. Игры, блядь, не зло, нахуй. Ебать, серьезно? Я меню не могу вызвать, блядь. Я игровое меню не могу вызвать, пока эту залупу не пройду. Нормально, блядь? Нет, я не хочу пропустить. Мне интересно, как это сделать, блядь. Ебучие кубики, блядь, еще нахуй.
Блядь, я просто в ахуе, понимаете? Я первый раз вижу, блядь, чтобы я нахуй сделал, блядь, то, что надо, нахуй. А в итоге, блядь, я сосу хуй. Извините, блядь, но я по-другому не могу. Когда ты делаешь то, что... Делаешь, блядь, по инструкции. И знаете, тебя инструкция такая говорит: а нет, мы не работаем так. Ты типа, Вася, это... Ошибся, Вася, ошибся. И ты такой просто: о, заебись. Я ошибся, блядь. Теперь мне, блядь, еще ждать, пока это говно прогрузит просто, понимаете? Сейчас я, блядь, должен во время прохождения игры должен искать выход из сложившейся тюрьмовой данной ситуации. Просто... Просто заебись. И заебись, к сожалению, блядь, в кавычках. Господи, дай мне сил, блядь, не сойти с ума нахуй, а? У меня, блядь, жутко все нахуй тормозит, блядь. Посмотрим, блядь. Как это нахер проходится? Сейчас я, блядь, на весь экран нахуй поставлю и посмотрю, блядь, как кто-то прошел, блядь, это дерьмо, блядь. Чё, блядь? Серьезно, блядь? А ну-ка, подожди. А ну, вот для прикола, блядь, сними эту хуйню. Допустим. Попробуй. Нет. Игра, спасибо, блядь. Нет, не... Вот кто знал, что данное дерьмо... Вешается. Нет. Нет. Ёбаный насос, а. Нет. А, понятно. Штепсели просто не хотят это. Ну, короче, вы поняли. Ну, наконец-то. Аллилуйя, наконец-то, блин. А теперь остался приемничек, да? Нет. 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 А схуй... Нет. А схуяли вопрос? Там еще осталось Т-обра. Там еще осталось. Там еще.
нет. Да слушай, я понял, заебало. Хорошо. Только не говорите, что еще что-то мы проебали, а? Серьезно, что-то проебали? Ты шутишь? Прекрасно. Как дела с антенной? Найджел, весь Сан-Франциско уничтожен. Я знаю. Но задание. Мы не сможем его выполнить, если... Я знаю. Мне очень жаль. Мы что-нибудь придумаем. Но сначала мы должны установить связь с другими группами. Как дела с антенной? Я не знаю, как правильно соединять детали антенны. На чемодане должна быть инструкция. Пойду дальше работать. Уровень зарядки очень низок, около 15%. Я не могу вставить Свенсон. Он жестко закреплен и обеспечивает постоянную подпитку капсулы энергией. Хватит меня разыгрывать. Водоросль никогда в жизни не сможет выработать достаточно энергии для такого устройства. Она не только может, но и будет. Все параметры в норме. Можно попробовать передать энергию одного элемента другому, но все равно около 30% заряда не хватает. Окей. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Mm-hmm.
Да ладно, вы серьезно? О, какая тупая логика. Так, теперь осталось только расположить кубики в нужном порядке. Если я не ошибаюсь, нужно просто добиться того, чтобы соседние кубики стояли с одной стороны антенны. Подожди. Нет, не под... Нет. Нет. Теперь все детали установлены. Мать, я это понял, а дальше? Так, хорошо. Инструкцию кто-то посмотрел. А дальше? Куда кубики, блядь, вставлять? Серьезно? Окей. 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 И три направо, да? Я первый раз вижу так геморройно, чтобы было все сделано. Это вообще трэш. Икс. Окей. Ничего. Теперь все детали установлены. Подожди, что ты этим хочешь сказать? О, господи, еще что-то по цвету, вы серьезно? А, господи, подожди. Опять к мужику вернуться, что ли? Вы серьезно? Ну это просто какой-то каюк. Как дела с антенной? А почему это должна делать именно я? Ну, я к тому... Неужели это не может сделать кто-то еще? Вот именно такие представления о жизни и привели ко всему этому. Но я же ничего плохого не сделала. Я же не отравляла атмосферу. И не растапливала лед на полюсах. И не надо мне в который раз читать свои доклады на тему «Ответственность осознается через вину». А как насчет доклада на тему «Собирай антенну» или «Я запру тебя в реакторе»? Эти кубики – настоящее проклятие. Тут я соглашусь. Того, кто их придумал, нужно побить камнями. И как мне выяснить, что куда ставить? Ничего, справишься. Я верю в твои способности. Класс. В
чем дело? Что тебя беспокоит? Сан-Франциско уничтожен. И что мне делать? Ликовать? Нам остается надеяться, что мы как можно быстрее свяжемся с другими группами. Как успехи с темпоральной антенной? Неужели это не может подождать? Я хочу сначала осмотреться. Сначала ты выполнишь свою работу, радистка. Ты давно уже должна была закончить. Пойду дальше работать. Я хотел предложить то же самое. Ха-ха. Бедная девка, серьезно. Позагоняли ее. Но... Охренеть. Как это работает, мать твою? Так, теперь осталось только расположить кубики в нужном порядке. Если я не ошибаюсь, нужно просто добиться того, чтобы соседние кубики стояли с одной стороны антенны. Ёпарасете. У меня сейчас реально мозг взорвется, блин, просто. Так. Да, взорвется мозг с такими, блядь, понятиями. Как это работает, а? Теперь все детали установлены. Ёпарасете, блин, и как это работает? У меня сейчас мозг взорвется просто нахер. Так, подожди. Я ни хера ничего не вижу, вот честно. Ч?
Чего? Так, стоп. Белая. Окей. Я так понимаю, что вот это сюда, да? Мама. Так, я либо какой-то слепой, либо... так, подожди. Так, стоп, подожди. Это вроде бы как совпадает с этим всем. Но... Подожди, а почему дальше не идет ничего? Тогда понятно. Так, подожди. Они меняют местами именно вот эти, что ли? Или как? Подожди. Да ладно. Подожди. Нет. А как это работает, Карл? Так, подожди. Точнее, как это работало, Карл? Нет. Пипец тут комбинация, обосраться просто, вот серьезно. Чё за... Подожди. Коричневый. Блин, я нихера ничего не вижу, какая там комбинация была уготована. Да что за... Подожди. Коричневая была здесь. Изначально. Потом он белую поменял. Наконец-то! Обосраться. Вот, готово. Ну, тогда спускайся. Походу, да? Нет? Там ты не должна тому мужику сказать, что типа готово, не? Как дела с антенной? Как дела с антенной? Антенна собрана. Что теперь? Нужно синхронизировать темпорацию с антенной. А если питания нет? А ты забыла ее зарядить? А, нет. Это я просто так спрашиваю. Гипотетически. Окей. Пойду дальше работать. Я хотел предложить то же самое.
Так, подожди. Зарядить. То есть, получается, возвращаемся за врат. За... Господи, я... Так, приемное устройство? Подожди. А не приемное устройство. А! Подожди. Так, подожди, стоп. Ёпарасоте. Ну, спускаемся, чё сказать-то. Давай. Свенсоном, что ли, или чем? Майк, ты чё? Я не могу вставить Свен. Он жестко закреплю. Это я понял, подожди. А кому... Блядь, ты дура тупая или что? В ручке есть отделение для... Ха! Так вот в чем проблема. Батарейка пуста. Ну давай. Я могу попытаться зарядить батарею непосредственно от Свенсона. Вообще-то я этого делать не должна. Свенсон рассчитан на куда более высокие энергии. Ах, да чего уж там. Мне нужна энергия. А-а-а. Как-то это неправильно звучало. И чё? Подожди. Обратно вставляем туда, да? Да, теперь работает. Темпорация снова получает энергию. Ну, возвращайся назад, девочка. Давай. Забирайся. Так. Ага. Посмотрим. Сейчас будет сигнал. Алло, центр путешествий во времени? Кто-нибудь? Радистка Фэй на связи. Вы меня слышите? Путешественники, слышите? Алло! Быстро, усилитель, у нас есть связь. О боже, мы пытаемся связаться уже несколько дней. Генерал, у нас проблема. Сан-Франциско... Алло, алло, соедини. Плохое, мы можем... Алло, генерал. Фэй, Фэй, темпоральный сдвиг уже слишком силен. Наши временные линии смещаются все сильнее. Сейчас мы попытаемся соединить тебя с другими группами, пока связь не оборвет. Генерал! О нет, 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 пожалуйста, нет! Дина, ты жива?
Где остальная группа? У нас серьезные проблемы. Нас разбросало. Боюсь, они... Фэй, это ты? Ответь! Подожди, Дина! Ого. Фэй, 2050 год — это слишком поздно! Хосоп, боже мой, что у тебя произошло? Мы не можем остановить изменение климата! Мы посреди этого изменения! Повторяю, мы... Ого. Офигеть. Проиграли. Мы проиграли. Отменить миссию. Уходите, уходите в безопасное место. Ха. Офигеть. Интересно, что это было? Сади, ты меня еще слышишь? Оставайся на связи, я... Они все мертвы. Жестко. Да. Весело обосраться. Ну, квест необычный. Это я точно могу сказать. Довольно неплохой. Что это? Найджел? Найджел? Странно. Лучше его поискать. Подожди. Потряси. Бесполезно. Закрыто. Надеюсь, получится. Неплохо. А что у нас тут? Отвертка. Ну, бери. Текс. Текс. Окей. А, вниз это сюда, ну давай. О, чуть не провалилась. Нужно под ноги смотреть. Нет, еще раз я это точно не буду пробовать. А если бы и захотела, лестница сломалась. Лучше я пойду поищу. Чё? А ну, отдохнуть. Я бы с радостью, но у меня есть задание. А ну, посмотри. Какой прекрасный пейзаж. Но что он изображает? Эй, это же деревья. Я в жизни еще не видела деревьев. Слишком большой. Это единственное, что хоть как-то красит это место. Да, намного лучше. А ну, сюда можно вправо? Найджел? Фэй! Подожди, я бегу к тебе.
Черт возьми! И как мне теперь туда снова забраться? Держись, Найджел! А ну давай. Подожди. Так, это белевая веревка, ее забрать можно? Давай. Нет, не рвется. Блин, а нож тебе для чего? Нож достаточно прочный. Прекрасно. Окей. Что тут еще есть? Ничего? Вода — это вода. Заходи внутрь. Так, что у нас тут есть? Двери. Заперто. Окей. Заперто, как обычно. Дверь накрепко заперта. Кроме того, перед ней куча грязи. Дверь совсем не двигается. Заперто, как обычно. Так, подожди, железный стержень. Сорвать. Этот прут не закреплен. Возьму-ка я его с собой. Бери, короче, железным стержнем дверь. Ну, тогда начнем. Круто. А, ну давай. Стена под ней выглядит ничуть не лучше. Только не голыми руками. Ну давай. Получается. Я так и знала, что этот прут мне еще понадобится. Нет, только мусор. Ничего полезного. Хорошо. Шкафчик. Ладно. Так. Мыло я тоже прихвачу. Надеюсь, она не сломается. Давай. О нет, это отвратительно. С таким же успехом можно зубы кирпичом чистить. Так, подожди. А, возвращаемся туда, что ли? Где это? А ну, подожди. А, на лестницу, что ли, применяем? Не пойму. Я могу это покинуть, но держаться не будет. Нужно придумать что-то еще. Так, подожди. А, подожди, я понял. Оно получится? Метла и в самом деле достаточно длинна. Хорошая идея. А, так вот это как было, да?
Тикс. Окей. А, сюда. Найджел! Фэй, не приближайся. Пол не выдержит. Я найду веревку, тогда я смогу. Нет, Фэй, ты должна... Ты хотел по перилам? Нет, Фэй, Фэй! Слушай меня внимательно. Очень важно, чтобы ты все правильно запомнила. Найди вторую группу, что высадилась в Сан-Франциско. Найди Сальвадора и Дельвина. Найджел, позволь мне... Это слишком поздно. Вы переместитесь во времени еще раз. В этой консоли я... Теперь я знаю, как предотвратить катастрофу. Цианобактерия — это наш последний шанс. Я не понимаю. Я сохранил всю информацию на двух кристаллах. Один из них упал, когда провалился пол. Найди его и отдай Сальвадору, он знает, что с ним делать. Найджел, остальные группы, они все мертвы. Дай мне руку. Бактерия – ключ к спасению. Найджел! Что, издеваетесь надо мной? Что? Это было ужасно. Он был моим единственным оставшимся другом. Да разве я могла такое выдумать? Ой, да ладно вам. Вы же прекрасно понимаете, о чем я. Сначала этот Свенсон, потом бактерия. Почему бы вам так и не сказать? Ваш друг умер из-за моей научной работы. Тебя это совсем не волнует? Видит Бог, я не чудовище. Но я понимаю, к чему вы ведете, рассказывая мне ваши истории. Итак... Моя сине-зеленая водоросль, или цианобактерия, в будущем станет источником энергии. Что дальше? Да, что дальше? Именно этот вопрос я тебе тогда и задала. Эй, есть кто живой? Отменить миссию. Темпоральные отголоски остальных. Минуточку. Что это? Сигнал о помощи. Вторая группа в Сан-Франциско еще жива. До источника сигнала меньше 2 миль. Мне нужна лодка. Окей. Так. Ага. 90-та отвертка. Да, идея неплохая. Но с чего лучше начать? Лучше не надо. Да, кажется, это подходящий инструмент. Оригинально. Так, веревку на совок, подожди. А теперь что?
Спускаемся вниз. Так, подожди. Войти. Пожалуй, из него получится хорошая лодка, чтобы найти вторую команду. Без весла ничего не выйдет. Да, окей, окей. Не. В смысле? Он сделан из чего-то вроде жесткого пластика. Хоть в море выходи. Стоп, подожди. Железка к веревке. Да, веревка, я смогу связать их воедино. Эй, очень похоже на весло. Ну окей. Входи. Пожалуй, из него получится хорошая лодка, чтобы найти вторую команду. И весло у меня есть. Вперед! Вперед. Если верить прибору, вторая капсула должна быть где-то здесь. Хм. Вот она как, да? Так, смотрим. Так, ну давай посмотрим в пропасть. Посмотрим, точнее. Сальвадор, Дельвин! Фэй, это ты? У вас все в порядке? Всего пара царапин. Но я не знаю, насколько безопасно тут оставаться. Где Найджел? Он погиб. И все другие группы. Они тоже все погибли. Тогда придумай быстро, как бы нас отсюда вытащить. Иначе ты останешься единственной выжившей. Как мне вам помочь? Ты должна найти способ вытащить нас отсюда, пока капсула не упала. Но как мне это сделать? У нас тут только трос остался. Мы можем закинуть его тебе наверх с помощью гарпуна. Но это единственное, что мы можем сделать. Хорошо. Давай попробуем. Так, подожди. А, доска. Отсюда я не могу взять доску. А, вот эту. Окей. А, вот на этот камень, что ли? Кислотная вода омывает камни. Бля, где доска? Вот, вот короткая доска на вот этот камень. Кислотная. Стоп, подожди. Так, теперь грузовик осматриваем, да? Погнали, чё?
Я не могу отодвинуть его. Он где-то закреплен. Так, подожди. За брезентом скрывались бочки. Хм, кажется, они пустые. Давай. Ага. А, я понял, как это работает. Кислотная вода. Так, стоп, подожди. Переходи, ну. Не-не, сюда переходи, давай. Не, подожди. Кислотная. Хорошо, мы ее взяли. А, стоп, подожди. Я понял, короче, как это работает. Переходи. Бери. И ложи, наверное, длинную доску сюда. Еще камень, что ли? Кислот. Я понял. Бля. Подожди. Ах, делать это еще раз я не буду. Часть конструкции моста. Так, хорошо. Ага. Так. Включить машину. Погнали. Ключ в замке. Посмотрим. Получается. Машина в самом деле еще заводится, но я ее пока заглушу. Не понимаю. Так, подожди. Да, это поможет мне очистить заднюю ось от грязи. Вот оно чё. Ключ в замке. Посмотрим. Получается. Машина в самом деле еще заводится, но я ее пока заглушу. Окей. А, берем колесный обод, что ли? Допустим. Текс.
остальную балку, что ли? Ну, давай посмотрим. И мой блок готов. Берем трос и кладем на блок. Где трос? Так, подожди. А, я трос не вижу, да ёп, РСТ. Подожди. И кладем на блок. Так, стоп. Обод надет на железный. Да это я понял, где трос. А, вот он. Взять. И кладем. Куда кладем-то? Я перекинула веревку через обод. Текс. Так, берем трос и заводим машину, да? Бери трос. Давай. Уже почти конец. Хорошо, держится. Да-да-да, давай. Ключ в замке. Ну тогда, вперед. Так я нашла Сальвадора и Дельвина. Обратный путь в Глобал был сущим адом. Нет, в самом деле, я знаком с теориями о перемене климата. Я придерживаюсь мнения, что с этим нужно как-то бороться. Но я не понимаю, зачем вы выдумали эту нелепую историю? Но это правда! Сан-Франциско под водой, смерчи в Европе, и все это в 2050 году? Абсурд! У нас другое летоисчисление. Возможно, я говорила про 2500. Если так, можете обратиться к моему сыну. Он продолжает мои исследования. Это тот Свенсон, что вам нужен. Подожди. Нет, я уверена. Это 2050. Слушайте, я читал научные труды. Черт, да я их сам и писал. 2050 — это чушь, как и все остальное в вашей истории. А, даю два варианта. Вы не можете даже предсказать погоду на следующую неделю, и при этом полстолетия для вас мало? Именно. Обернуться не успеешь, а 10 лет уже прошло. Ребенок вырос, жена больна и... И полюса растаяли. Нет, мир не изменен. Меняются только люди. Если бы это было правдой. Но, как я уже говорила, мы тоже удивились. О, вы отлично выучили роль. Ну тогда, добро пожаловать в 20 век. Продолжайте. Какое отношение все это имеет ко мне? Я как раз собиралась об этом рассказать. Итак, дорога ко второй темпоральной капсуле обернулась настоящей пыткой. Надеюсь, у истории будет конец. Так мне рассказывать дальше или нет? Надо подумать. А долго еще? Ну ладно, как скажешь. Я постараюсь покороче. Итак, в итоге мы добрались до Глобала. Пока мы добирались, уже стемнело, и мы решили заночевать среди руин. Глава вторая. Ночь в Глобале. Да? Ну окей. Пусть будет ночь в Глобале. Ого, было круто. Я уж и не думала, что мы сможем выбраться из этой передряги. Тебе заняться нечем. Здесь тебе не бивачный костер, радист. Да ладно тебе, Сальвадор. Мне кажется, я заслужила хоть каплю благодарности. Но я про все это. Сначала вся эта штука с краном, а потом на обратном пути еще эта история с аллигаторами. Аллигаторы? Я вас умоляю. Ты же сам отказался слушать эту историю.
Ай, черт! Есть проблемы, Дельвин? Более чем достаточно. Но я думаю, что мы действительно еще раз сможем активировать капсулу. Это правда небезопасно. Но это не должно нас остановить. А что конкретно означает твое «небезопасно»? Для нашего прошлого прыжка мы собирали данные в течение нескольких десятилетий. А на расчет этого прыжка у нас есть только остаток сегодняшнего вечера. Если я ошибусь, нас в ходе транспортировки может размазать по временному периоду продолжительностью 3 недели. Значит, тебе нельзя ошибаться. Тогда мне нельзя ошибаться. Вот и все. А что еще тебе нужно для старта? Ну, в первую очередь, мне нужна точная дата. Временные координаты цели, если угодно. А еще? Это все не так просто. А точнее нельзя, пилот? Мне нужен атом. Атом? Здесь что, недостаточно атомов? Достаточно, то есть нет. Мне нужен особый атом. Атом, с помощью квантовой матрицы которого мы сможем отправиться в нужное время. А вот оно в чем дело. Какая жалость, что я не прихватила с собой свой квантовый микроскоп. Я же говорил, что это непросто. Давай для начала сосредоточимся на том, чтобы найти нужный момент. Точно. Самое главное – быстро подстроиться под текущую ситуацию. Нам нужно больше информации, чтобы выполнить наше задание. А, кстати, вот этого Дельвина озвучивает этот Ватсон, который играл в Шерлоке в новом сериале. Ну, я думаю, голос его узнали, кто смотрел Шерлока. Короче, голос Дельвина – это голос Ватсона из сериала «Шерлок». Так, для справки. Кажется, у Найджела был какой-то готовый план. Он дал мне информационный кристалл. Если мы найдем второй кристалл, мы наверняка сможем восстановить то, что он выяснил. Информационный кристалл? Дай-ка его сюда. Что это? Что-то вроде носителя информации? Наверное. И ради этого старый болван пожертвовал жизнью? Я всегда подозревал, что его недостаток объективности когда-нибудь поставит. А теперь мы сидим здесь. Нас всего двое. Эй! Ах да, мадам тоже хочет внести свой вклад в общее дело. Интересно, как же она себе это представляет? На другой стороне улицы есть что-то вроде библиотеки. Там мы наверняка найдем всю необходимую информацию. Библиотека? Ты из-за нее так долго нас искала? Да я же не знала. Пока все остальные рискуют своими жизнями, мадам отправляется немного почитать. Прекрасно, Фэй. Знаешь, это в самом деле... Ни слова больше. У меня есть куда более важные дела, чем выслушивать твое нытье. Если уж хочешь выделиться, то начинай, пожалуйста, с конструктивных предложений. А почему бы нам не отправиться настолько далеко в прошлое, насколько вообще возможно? Параграф 478. Прежде чем люди начнут испытывать на себе влияние, они сначала должны сформулировать для себя проблему. Для успешной инфильтрации нам нужно время, в котором уже были проблемы с климатом. Я тоже так думаю. Нас интересует довольно узкий временной коридор. Про изменение климата уже должно быть известно, но он еще не должен зайти слишком далеко. То есть своего рода темпоральная игла в стогу сена? На это мне нечего ответить. Есть еще какие-то предложения, которые можно принять всерьез? В принципе, понятно, что нужно делать. Пойдем в библиотеку и поищем там. Нет, у меня есть план получше. Я пойду в библиотеку и там осмотрюсь. Тоже ничего. Может быть, я даже смогу найти устройство, чтобы прочитать данные из кристалла. Я видела пару терминалов. Спасибо, радист. Я бы и без твоей помощи с этим справился. И не забывай, что есть еще и второй кристалл. Найджел сказал... Найджел был идеалистическим упрямцем. Представляю себе, в чем заключался его план. Но... Слушай меня внимательно, радист. Теперь старшим офицером в группе являюсь я. И ты будешь делать, что я говорю. А я в данный момент хочу составить себе представление о сложившейся ситуации. Есть возражения? Нет? Я так и думал. Наглый тип. И что он против меня имеет? Не принимает она свой счет. Думаю, он все еще расстроен эпизодом с аллигаторами. Идея со штанами отлично сработала. Но Сальвадор не из тех, кто любит попадать в подобные ситуации. Да, прикольненько.
Осмотр местности. А, вот и спальный мешок. Да? Текс. Осмотреть. А Сальвадор даже не распаковал свой спальный мешок. А ну-ка, прикол, скакать будет? Это будет гадко. Он наверняка тоже хочет отдохнуть. Хе-хе. Прикол. Ого, батарейка. Наверняка было бы больно, если бы Дельвин улегся на нее. Лучше я ее заберу. Что-то, блин, когда, короче, слово батарейку вспомнил и вспомнил песню. О-о-о-о, батарейка. О-о-о-о, батарейка. Нашей любви батарейка. Так. Красный контейнер справа. Осмотреть. Точнее, открыть. Я его уже давно опустошила. Там больше ничего нет. Ну, сделай хотя бы обыск. Эй! А ну фу! Какое забавное животное. Хм, нужно было быть любезнее. Еще немного, и оно вымрет. И чё? А, барсук, и всего лишь приятная мелочь. В общем, как-то так, да? Ну, наконец-то нам можно сохраниться. Тикс. Эй. Да, что-то немножко прям притормаживает. Все притормаживает. Так. Ну вот, запомните это место. Вот это место. Вот. Ну что, дорогие друзья, я надеюсь, вам первая часть понравилась. Довольно неплохой квест. Классные ролики. Мне все очень, в принципе, понравилось. Довольно круто, довольно интересно. Ролики сделаны в мультяшном стиле, профессиональная русская озвучка. Ну, а, наверное, вам пожелаю только теплых вечеров. Увидимся в следующий раз. Спасибо, что смотрели, ставили лайки. С вами был Казуку Фэмили, и всем до новых встреч, и всем пока-пока!